Итак, всем привет, друзья! Ребята, у нас сегодня очень интересный видеоролик получится. Я надеюсь, он понравится не только мне, но и вам. Последнее время в городе Донецке очень много появилось змей. Конечно, вреда они людям не могут принести, но все равно стараться их обходить стороной. То есть для вас эксклюзив. То есть смотрите, змея как бы недовольна моим присутствием, а тем более, что я с палкой, ну, это меры безопасности вот такие. В принципе, видите, ну, она будет кусать, ну, как бы это естественные способы защиты, тем более я нападаю на нее, а в итоге она защищается. Ну, в принципе, у меня больше добавить нечего. То есть, очень много повылазило пауков, змей всяких. Так, у меня еще есть кот, и он также ее боится. Поэтому правильно, Вася, делаешь, он тебя берет. Поэтому, ребята, оставляем ее в покое. И не трогаем. Видите, как она шипит? То есть в любой момент может произойти атака. В принципе, палка — это так, отпугивающий маневр. Видите, как раздувается. Поэтому, ребята, вот такие у меня получаются эксклюзивные для вас видеоролики. Ну, не будем ее больше трогать. В общем, ребята, давайте мы ее в сторону травы отнесем, и она спокойно себе поползет. Потому что людям ее лучше не показывать, так как у нас народ разный, могут и лопатой по горбу дать. А так она, в принципе, пойдет в свою стихию и будет заниматься своими делами. Ну, а так вы можете посмотреть своими глазами на нее. Ребята, ну, в детстве мы их, конечно, ловили, но так она выглядит сблизи, ничего плохого. Я надеюсь, ей не сделаю, а только отнесу подальше в траву. Вот так, ребята, выглядят будни донецкого YouTube-блогера. В принципе, когда камера в кармане, под рукой, то вот можно делать вот такие прекрасные видеоролики. Сейчас я тебя отпущу. В принципе, вреда я тебе сильно не принес. Кому понравился этот видеоролик, обязательно ставим палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ребята, не думайте, я не живодер. Ну, для вас хотел показать вот такую вот красоту. Ну, как есть. Съемка от первого лица. Всем спасибо за просмотр. С вами на канале был Виконста. Пока-пока. Да все, я тебя уже больше снимать не буду на камеру. Все, я ухожу. Давай, счастливо. Больше не попадайся ко мне на глаза.